Связной банк в феврале закрывает все собственные офисы по стране. Ярославское отделение, которое находится на Первомайской улице, будет закрыто 11 февраля, говорится на сайте организации. В банке такое решение объясняют необходимостью сокращения расходов. Кроме того, сообщается, что Связной банк намерен минимизировать неудобства, связанные с закрытием офисов. Сервис для клиентов будет предоставляться в альтернативных каналах обслуживания. Снять деньги со своих счетов можно будет в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке.